Итак, это у нас вот основной заезд в город Сим. В таком состоянии. Обращение мы подготовили. По этому заезду мы уже все отправили. Кстати, по верхней зоне замерили все улицы, замерили все ямы, работали 2 дня. Тоже обращения все готовы. Сейчас мы собираем подписи. Подписи соберем и послезавтра тоже отправим это обращение по дорогам, чтобы включили в федеральную программу. Чувствую, что дороги как будто после какой-то бомбардировки ковровой. Больше это никак не назовешь. Делать надо все. И причем уже капитально. Здесь уже просто так заплаток не наделаешь. И я думаю, весной будет еще хуже. Кстати, странно, у нас в городе Сим, что со знаками происходит? Местами их вообще нет, местами они развернуты, непонятно как. У нас за знаками кто-нибудь следит вообще, нет? Никто не знает.